Сразу вот скажу, одеваю я здесь, вот сейчас пытался вот ровненько одеть и закручивать, не получается. Надо раком боком держать вот. Здесь вот этот вот элемент, который выходит, он очень близко здесь сделан. Нужно было на 5 миллиметров либо эту дальше, либо эту сюда ближе поставить. Ну как-то, честно говоря, если бы немцы так все делали, они бы, не знаю, что они там доделали бы. Опять же, ее можно было вот этот сделать с другой стороны на лампе, вообще, вот, под вот эти провода. Вот. И ничего страшного не было. Вот, ну, как бы, вот так. Или так, значит так. Ну, как-то, честно говоря, немножко интересно. Вот, такие несрахи, как бы. Вот этот разъем, я не знаю, можно было что-то и другое. Ну ладно, не будем носом ковырять, жжем и обалдеем. Вот. Ну что же, елочка, зажгись. Как стоит, честно говоря, вот этот вот пластик вот. Вот сопрям. На этой присосочке, когда его затягиваешь с таким упором, как бы с напругой. Вот я вставил. Ну и что, елочка, зажгись, да? О! У диммера прям запасик есть. Вот выключено, еще маленький запасик есть. Для того, чтобы зажечься. Вот загорелся. Ну, походу, что, видно все. В принципе, разумно, реально. Вот, теплый свет. Включаем вторую. Такой же теплый свет. Просто он шире. То есть это все теплое внизу. И включаем вверху. Все то же самое. Вот такое свечение. Вот вмятины, да? Получается, мы, выключая эти доски, вот даже я вот эту среднюю не включу, вот серединку. Вот. И яркость, конечно, сумасшедшая. Вот, просто сумасшедшая. Вот. Если ее включить, ей можно гараж освещать. Вот. Ну, вопрос же не в этом. Нам не освещать, а работать. Вот ямочки видны. Очень даже неплохо. Вот такая тень неплохая здесь в середине. Ну, я как бы работаю, ну, вот так, в одной полосе в основном. Потому что-то такое. Тут. Вот ямки все видны, видны очень даже хорошо. Мне-то она напоминает ультравскую лампу. Я вот, ну, юзал ультравскую лампочку немножечко так, да? Похоже, очень похожа она по свечению. Вот, ну, скорее всего, и по оргстеклу, по вот этому, да? Вот это оргстекло похоже. Ну, кстати, что это такое? Какое на оргстекле, блядь? Это что за хрень? Ребята, как-то вы это того. Ну, ладно, дело не в этом. В принципе, я еще раз повторю. Сейчас лампочка чуть привыкнет, вернее, объект привыкнет. Освещение нормальное, такого вот. Ну, это опять передает так вот, как будто оранжево-красный, вот как закат. Красный бывает, нет. На самом деле вполне приятно и комфортно она светит. Вот, и я бы сказал, очень даже ничего. Но опять же скажу свое мнение такое, что пока вот в лампе не поработать неделю 10, вот, это все разговоры так, в пользу бедных. Вот, хорошо светит, плохо светит, так, не так. Вот надо ее понять. Поработать ей, ну, скажем так, вот сделать одноградовую машину вот в такой лампе. И тогда сразу будут видны все ее достатки, все ее косяки и так далее, если они есть. А так это вот включил и типа хорошая, нехорошая, плохая, неплохая. Ну, сейчас для, скажем так, вот для сравнения режит, я включу лампочку непродентовскую.
Светят они, конечно, по-разному. И как я вот говорил, вот идиовка, да? Здесь вот эта лампочка стоит. Ну, а вот такую вот блямбочку уже сюда на край ты не поставишь. Ну, это как бы мелочи жизни. Ну, вот такие же вмятинки, вот они. И переходим сюда, вот они, да? Вот, допустим, те же вмятины. Вот они так, и эти же вмятины, они вот так. Ну, это в холодном свете. Вот он теплый. И как мы видим, тут-то немножко другой, скажем, в нюсле. Очень похожий, но чуть-чуть другой оттеночек. Более, скажем, такой насыщенный. Это вот и на камере. А здесь. Сейчас, чтобы можно было сравнить, зажжем же одну полоску. И будем те же самые смотреть. Ну вот, чуть разные оттенки. Здесь более яркая серединка. Здесь она так более тускла. Ну, это может быть и из-за рассеивателя. Сейчас, кстати, по-моему, где-то у меня такой был рассеиватель. Сейчас я его попробую поставить. Вот я поставил. Вот теплый с холодным. Тут своеобразный такой оттенок здесь. А здесь уже как бы интересный получается. Не знаю, и вот в этом желтеньком удобно работать. Это так называемый лимонный лимончик, да? Вот. Здесь просто, насколько я понимаю, здесь просто пластик вот так вот передает свет. Во-первых, у него толщина, у этого тут где-то полторашка, а то может и меньше. А здесь все 3 мм я уже показывал толщина. И он по-другому передает свет. Сейчас поставлю вот эту вот. Их у меня 3, что-то я не нашел еще одну. Вот, ну, в принципе, я привык. Все дело и в привычке, и в предпочтениях. И я и здесь вижу хорошо. Вот, и здесь вижу хорошо. Вот, на самом, как говорится, маленьком освещении. Вот, и тут видно, что центр как бы более светлый. По краям чуть более краснит. И вот она такая дымчатая. Вот как закат иногда бывает, вот такого отлива, от красно-желтого до свинцово-синего. Здесь же вот такой, то есть как бы, ну опять же, вот он желтенький. Здесь желтенький, здесь чуть красненький. Но опять же, можно, у меня уже было видео, и RGB поставить, и красный, и зеленый, и желтый, и сиреневый, и фиолетовый, какой хочешь можно сделать, и также диммировать. Это видео есть, кому интересно, посмотрите. Вот я сейчас убрал лимончик, он такой лимоненький. Поставил то же самое, вот он глянцевый экран. Мы видим, что на нем глянец отсвечивает, так же как и здесь. Но тут просто-напросто даже жженным глазом видно, что этот более плотный, более толстый, как бы. Здесь он более светлый. Из-за этого, естественно, я думаю, если поставить это орстекло сюда, то и цвет у нас изменится. Вот сейчас включаем опять же. Камера немножко как бы сгущает краски здесь, немножечко делает более сочными. Она более светлая и здесь, и здесь. Ну, я сказал, что одни и те же вмятины видны и в этом свете, и в этом. Поэтому сказать, что лучше, что хуже, не могу. Единственное, что значит, вот здесь он теплый, холодный, теплый, холодный. Ну, вот одну я отпаялась там проводочек, вот такой вариант, да, возможен. А здесь что-то не чай, просто у нас есть, скажем, в середине тень. Вот она. Да. А по краям просто можно изменять ширину свечения этих рожек.
Так же, как вот здесь. Сейчас берем нижнюю, уменьшаем. Она просто либо жирней, либо более узкая. Вот. Тут тоже что-то есть, как бы. Но чтобы объединить, так сказать, что лучше, что хуже. Вот. Для этого надо, как минимум, я думаю, сделать одну машинку. И тогда будет ясно. Как говорится, можно будет делать какие-то выводы. А сейчас, что выводы преждевременные. Ну вот, подведем итоги. Значит, вот эта лампа условно 4 к 3, это 16 на 9. Это по весу прилично больше, это по весу прилично меньше. Значит, что касается здесь. Опять же, не знаю, насколько удобно это вот такое сочленение. Ну, как бы, вот. Вот эта присоска большая и на вот такие вот маленькие вещи, вот, ее уже не поставить. А в остальном что? Ну вот, там непонятно, чье оно, это устройство из 220-12. Здесь я сразу скажу, здесь на нем русским по белому было написано, что это Made in China. Вот, ребята не постеснялись. А там, наверное, постеснялись. Все, как светят, вот я вам показал, это все видно было. Вот такие красивые лампочки нарядные, модные. И та лампа мне нравится, и эта мне нравится. Ну что, я теперь решил сделать так. Я просто-напросто буду работать вот в этой Newsly лампе. Вот, работать, работать и работать. И потом посмотрю, вот, как оно и чего. А до тех пор, пока, как говорится, всем спасибо за внимание, всем пока-пока, до новых встреч, спасибо, что смотрите.